Крымские власти постепенно решают проблему очереди в детские сады. Сейчас в республике ждут ввода в эксплуатацию два таких дошкольных учреждения. Для начала их нужно передать на баланс муниципальных властей. Сады на самом деле построили уже давно, но при введении в эксплуатацию инспекция нашла ряд нарушений. Работы, которые проводятся, дополнительные работы уже после принятия решения, как вот, например, мы слышали с вами про пожарную безопасность, но это есть объективные причины, когда меняются какие-то правила, когда, например, детский сад строился там 3 года, и за эти 3 года были внесены соответствующие какие-то изменения в законодательство, которые требуют дополнительных каких-то работ. Кроме того, на комитете поддержали передачу многоэтажного 72-квартирного дома на баланс Керчи. Здание должно будет принять ранее депортированных крымчан. Для людей это не сюрприз, они уже ждут вручения ключей. Сопровождал эту программу комитет по межнациональным отношениям, и граждане уже знают свои квартиры, как доложил, соответственно, заместитель председателя комитета. Кроме того, власти купили 6 квартир, в них переедут хозяева аварийного жилья. До конца 2019-го осталось еще 2 недели, и председатель комитета Евгения Добрыня надеется, что ее ведомство успеет принять несколько подобных решений. Для некоторых крымчан это может стать настоящим новогодним подарком. Никита Егоров, Евгений Стариков, служба новостей ИТВ.